Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это легендарный вор золотое издание. Продолжаем с вами приключения по тюрьме Кракс-Клефт. Вроде так она называется. И у нас на очереди третий блок, но для начала хочу порекомендовать вам канал Кирия One Rush. Здесь вы найдете летсплеи и стримы по разным играм. Канал молодой, поэтому давайте поддержим его подпиской, звонком в колокольчик и просмотрами видосов с лайкосами. Ссылка будет в описании. Итак, в комментах вы написали мне, что вот это тело, которое мы нашли, это у нас Намант. Вот, Намант, который украл из улики из сейфа, из архива. Вот, у него был ключ. Также вы написали, что сейф я не открыл, потому что я использовал на нем только золотой ключ, но у меня был еще и серебряный. Вот, поэтому сейчас вернемся и откроем сейф. Так, судя по всему, Намант украл карту, как у нас здесь, сирена, карту рога Гвинта, по-моему. Вот, но вы написали, что его сейчас искать не надо будет, искать надо и будет его потом дальше. Вот, итак, окей, давайте вернемся, так получается, в казармы. Так. Казарма у нас первый блок. Окей, что-то я затупил, короче. Так, ладно, в обход. В обход. Идем здесь. Вот это еще вы написали. Через эту штуку можно будет выйти наружу. Это как типа выход. Можно использовать как выход. Так, третий блок. Третий блок. Окей, там бы не были. Нам нужно на первый блок. Первый блок. Окей. Третий. Так, вот первый блок. В смысле? Подними ты его. Так, первый блок и казармы, да, казармы. Окей. Казармы. Так, получается сюда. Потом сюда. Потом сюда. И вот мы пришли. Да? Да. Так, окей, ладно, открываем дверь и пробуем серебряный ключ. Точняк. Точняк, и здесь у нас корона. Неплохо. Окей. Неплохо. Так, окей, отправляемся с вами в третий блок. Отправляемся в третий блок. Я думаю, в третьем блоке там принцип будет тот же самый. Типа оглушить верхнего охранника. Потом почитать книгу, где, ну, типа запись, где находится. Ну, где кто находится, где кто сидит. Вот. И уже от этого отталкиваться, какие там камеры, что открывать, кого искать, кого найти, кого не найти. Так, окей. Получается, отсюда пришел. Спуститься вниз. Правильно же. Правильно же? Второй, первый блок. ХП.
Леха, я запутался. Так откуда я пришел? Мне, наверное, наверх. Или я только что сейчас сверху пришел. Это первый блок. Чуть нихера не соображаю. Так, окей, а... Ты куда ведешь? Второй блок. А, все, вот. Все, нашли. Окей, третий блок. Все, отлично. Да, получается, вот этот охранник. Я тут уже бегал. Ну да, я тут это. Вот этих вот мочил. Так, сразу выбираю дубинку. Мне остается пробраться вон туда. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь. Какие стоит открывать? Какие не стоит открывать? Тут ни хрена нет. Там челопень. Тут чувак валяется. Тут ничего. Там ничего. Окей. Ух ты, а это что за дверь? А что это за дверь такая? В смысле? Это не карцер? Может, это карцер? Но карцер обычно находится где-то внизу, где-то вдали, где-то без никого. Ну, в принципе, похоже на карцер, да, без окон. Правда, со светом, там свет... В карцере обычно света не должно быть. Давай, открывайся, говорю. Отворачивайся. Открывайся. Отвернись. Ой, смотри какой, а? Или этот не отворачивается? Если хочешь пройти, назовись. Смотри какая. Это девушка. Девочка, это девушка, да? Такая еще. Где? Оп! Тихо. Кто там? Есть там кто? Иди смотри, чувак. Никого нет. Так, ладно. Леха. Скорее, сюда. Спасите меня. Слышь, ты чё орёшь-то? Хорош, хорош, орать. Спасите меня. Бля, чё удумал-то? Разорался. Здесь вор, помогите. Здесь вор. Может его вырубить, нет? Кто-то заманает же орать. Ага. Хрен его. Помогите, не дайте ему поймать меня. Не дайте его поймать меня. Ладно, окей. Пускай он там колбасится. Книжку. Тюремный блок... Тихо. Тюремный блок 3. Второй. Дикет еретик. Колесование. Выпущен за отречение и последующее доносительство. О, Дикет. Это вот этот вот чувак, короче, который нам дал карту и дал информацию. Вот. По тому, где держит Кати. Ну, вообще про эту тюрьму. Второе. Латан клеветник. Подвергнут под протыканию языка, приговорен к принудительным работам на фабрике. Ну, протыканию языка, знаешь, многие протыкают себе там эти пирсинги ставят на язык, в принципе, я думаю, это ничего такого. Бассом поджигатель. Погоди, Басса медвежатник. Почему поджигатель? Подвергнут клеймению. Медвежатник, как я знаю, это типа вора, что ли, наверное, или нет?
Или я что-то не так путаю? Поджигатель, главное. Ладно. Окей, четвертая баса. Седьмой. Дейрн шлюха. А, это вот это вот. Вот это вот в этой в капюшончике таком зеленом. Вот эта шлюха. Острижена и заклеймена. Подлежит освобождению. 10. Тарквис ростовщик. Что-то знакомое имя Тарквис. Тарквис ростовщик подвергнут вырыванию ноздри. Приговорен к принудительным работам на фабрике. Охренеть! Это. Ладно. Так, а кто у нас баса 4? Помогите, спасите. Здесь кто-то. А откуда есть? Мы считаем, получается? Вот отсюда, наверное, да? Раз, два, три, четыре. Правильно же? Там двигалось, нет? Раз, два, три, четыре, погоди. Где, не вижу. У него лук и чеснок. Да, он открывается. Получается четвертый. Так, погоди. Может мне его вырубить? Да ладно, пускай он тут орет, короче. Я не буду его. Все равно здесь никого нет. И я не буду его мочить. Он тут орет. Я думаю, он успокоится. Я уйду, и он успокоится. Вот это. Шлюха. Так. Баса, баса, баса. Сейчас мы с баса поговорим. Так, 5, 4. А что закрыто? И баса, главное, лежит, смотри. Он что, дохлый? В смысле? Я же открыл. В смысле? За бред. Я же открыл. Помогите, не дайте ему поймать. Да меня. Уйди! Ай-яй-яй! Не успел. Здесь вор, помогите. Или она может на время открывается как-то? Ну, не может быть, что-то на время открывалось. Я же четко видел, что я ее открыл. Да в смысле? Помогите, спасите, здесь кто-то есть. Что за дичь? Как вообще вести отсчет-то? Что-то в прошлый раз так, и в этот так. Как вообще вести? Скорее, может отсюда? Раз, что? Два, спасите три, меня. Четыре, да? Да убери ты ключ. Зашибись, я выпустил, короче, этого урода. Ай. Вот это открытый получается. Все, вот, четвертую я открыл. Пускай бегут нахрен. Задрали. Непонятно вообще, с какой. С какой стороны считать. Все, отлично. Вот ему и конец. Если бы он был без сознания, было бы проще. А теперь придется унести его отсюда. Унести? Баса. Че, его убили, что ли? Унести. Так, найди и освободи баса-медвежатника. Смотри, мне все равно надо с Катей и медвежатником убежать. Ну, типа он говорит вынести его отсюда. Правильно же? Он говорит вынести его отсюда. Так, окей, давай его отнесем, короче, туда, к этому.
выходу. Я думаю, убегать будем. В смысле, ты что здесь делаешь? Тут этот ублюдок, который орал, у него лук. Так, ладно. Басу пускай здесь лежит пока. Я думал, убегать будем отсюда, раз вы говорите, это выход. Окей. Дверь можно, в принципе, закрыть. Тут никто не на... Как я? Дверь не могу закрыть, что? Ай-яй-яй. Так. Закрой. Да в смысле? Я теперь ее не это? Да, хрен. Пускай. Вот так вот будет. Мне теперь не закрыть. Так, окей. Четвертый блок. Идем к Кати. Четвертый блок. Правильно же? Правильно. Фу, блеха. Так, это четвертый блок уже? Это уже четвертый блок получается. Правильно же? Да. Окей, четвертый блок, ну и в принципе... Ну и в принципе... Смотри, там колдун. Маг, короче, сидит за этой... За решеткой. Он может, кстати, пострелять. Наверное. Так, ладно. Охранника. Охранника. Так что здесь. Третий блок. Окей. А я не посмотрел, что какие там. Да похрен, я все открою, короче. Это вообще глухомань. Глухомань. Так. Тюремный блок 4. Посум насильник подвергнут холощению. Что такое холощение? У насильников, да, надо. Надо. Вообще сажать и вообще не выпускать. Так, четвертое. Миза хулиганство. Наказание плетьми, принудительные работы на фабрике. Ну. Пятое. Уилс, еретик. Раскаяние, принудительная работа на фабрике. И Кати, перекупщик краденого. Ежедневное погружение ладоней в кипяток. Бедный Кати, а. Бедный Кати. Это ж, прикинь, ладони в кипяток. Еще каждый день. Типал. Хозяин борделя. Имя говорит само за себя. Я тебя типал. Умер от открывшегося кровотечения. И ему кто-то открыл кровотечение. Так, шестое, Кати. Я тебя во все тире типал. Знаешь. Так, открывай все. Получается открыто. Правильно же? Как она открывается? Это правильно открыто или закрыто? Ты открыл или закрыл? Да походу я закрыл, да? Смотри, третья. А, это верхняя вообще. Это я позакрывал их. Да бляха. Ту суку. О.
Так, в принципе, я все равно сейчас убегать буду, поэтому можно здесь не тушить свет и сэкономить водяную стрелу. Так, ищем Кати. Кати, какое шестое, да? Кати? Нет, труп просто. Так, Кати шестое, по-моему, или четвертое. Как спуститься-то? Где спуск? В смысле? Окей. Так, шестое, ну, хорошо, да? Старик. Давай уберем отсюда тебя и дадим мне мои деньги. Боюсь тебя разочаровать. Хорошо, что ты умираешь. А то пришлось бы мне пришить тебя за то, что ты снова меня подставил. Давай, давай. Щенок, потешайся. Но я тебе должен. Так вот. Феликс собирался за рогом Квинтуса. Молот и держит его в ящике. Кое-какие записи. Это в коллекции краденого наверху. Там охрана. Как только войдешь туда, в проход, черт, я задыхаюсь. Так, что-то я ни хрена не понял. Надеяться в декате провален, в смысле. Беги из тюрьмы вместе с басом-медвежатником. А, ну я все выполнил, получается, да? Найди шкафчик для вещдоков и забери карту Феликса. Я это сделал. Ну, мне стоит только убежать, получается. Так, а басу умер. Тик-так такой, тебя туда-сюда никто не звал. Так, надо это. Все, убегать. Так, Баса со мной. Так, а он не утонет? Тихо, а он не утонет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жесть. А, он все равно мертвый, да? Баса же все равно мертв. Или он без сознания? Я так и не понял. Так, а куда плыть? Он получается мертв, потому что он бы это захлебнулся, я думаю. Так и куда плыть-то? В смысле? Где выход? Дальше? Так, я залезу здесь. Давай. Окей. Так, ладно, допустим. Я понял, самый теперь надо этот выход идти. Откуда мы заходили с вами? Как раз вот сейчас на лифте я, короче, и спущусь, наверное, да? Узнать бы, на каком я этаже. Лев, а что не нажимается? А, надо.
Я на втором этаже или на каком это этаже? Нет, я на третьем, получается. Так. А чё он не берётся-то, бас? Тихо там, не ори. Все, да? Хочу даже спина затекла. Он так медленно плывет, короче, с ним. Все отлично. Аллилуйя! Аллилуйя, друзья! Очередная миссия комплекте. Вторая миссия, да? Так, ну, освободить Кати, как бы освободить, я его освободил, нашел, но он умер, я не знаю. Это как-то задумано так, либо можно было что-то сделать, чтобы он был живой, либо это по сюжету как-то. Вот. Статистика. Общее время почти 2 часа. Прикинь, на миссию мы убили. Найдено 1688. О, я всю добычу нашел. Нехило. Обчищено 7 карманов из 11. Так, оглушено 23. Нанесено урона 71. Получено 22. Ага. Убито безоружных нет. А других убито 3. Кого я троих опять убил? А, зомби. Окей, зомби. Найдено одно тело. Окей. Окей, друзья. Ну вот, в принципе. И все. Теперь остается переходить к следующей миссии. Окей, но следующую миссию мы уже будем проходить в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.